активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проверили состояние спортивного комплекса «Ершовский». Единороссы проверили качество отремонтированного несколько дней назад резинового покрытия площадки для занятия баскетболом и волейболом. Там полностью залито новое покрытие и нанесена вся разметка. Как отметили партийцы, состояние спорткомплекса в целом образцовое. Видно, что за ним бережно ухаживают. Инспекция прошла в рамках реализации проектов «Городская среда» и «Детский спорт», а также отработки наказов народной программы.